Еще один интересный бой, на мой взгляд, произошел сегодня на хардкоре, боксинге. Бой по боксу. Ерохин, Штырков. Ну, неожиданный результат. Неожиданный чем? Ну, Ерохин нокаутер, вопросов нет. Штырков хороший боец, да. Но что будет такой быстрый, тяжелый нокаут в исполнении Ерохина, я думаю, не ожидал никто. Он так немножко Ивана шокировал своей техникой, подсаживался под него, пока не зацепил, ну а потом уже дело техники, он ему накидывал, и закончилось дело нокаутом. Там судья был абсолютно прав, нужна была остановка, чтобы Иван не получил тяжелую травму.